Всем привет, ребят. Чем это вы тут занимаетесь? Детки, конфетки. Все конфетки съели? Нет. А? Нет? Конфету тебе не дали? Нет. Тебя обделили. Моя! Дай конфетку. Ты послушная? Да. Угу. Да. Да. Это вчера папа принес. Ему подарили. Это Каролину! Ему подарили. Найн. Нет, это не Каролина. Каролина уже съела свое. Майнс. Маргариту. А? И Маргариту? Что Маргарита? Маргарита уже взяла шоколадку. Так, у кого сегодня школа? У Маргариты. Маргарите не повезло. Одну неделю в пятницу Маргарита ходит, другую неделю в пятницу Ксюша ходит в обед. У тебя спорт? Нет. Хочет собираешь. А зачем ты берешь косметику в школу? Потому что мы у нас теперь... Что, у вас теперь новый урок по макияжу? Нет. А что у вас? Мы делаем какой-то там фильм. Сначала трейлер, а потом фильм. А. И ты берешь с собой косметику? Да. А кисточки тоже? Одну кисточку. А дезодорант зачем ты берешь с собой? На улице жарко, и, может быть, завоняю. На улице жарко, может быть, завоняю. Так ты не одевайся тепло и не завоняешь? Я не одеваюсь. Маленький. Это какой размер? Я тебе нормальные большие же купила. 37. Ну, 38. Какие маленькие, Маргарита, ты что? Ты что хочешь сказать, что у тебя 38 размер? Нет. Тебе же 37 только недавно был. Недавно? Да. Ну я тебе в прошлом году эти покупала. Мне большие папа. Адидас. Зачем деньги? Чтобы купить суперкли. Все, тебе суперкли купить. Тебе надо рот заклеить, чтобы у тебя слюни не вылетали. Ай, не могу. Ай, мне пушвинно. Угу. Ну, сколько придешь? Три. Хорошо, мы тебя будем ждать. Где? Дома? Ну, сейчас же, блин, на пол рассыпите, дети вы мои. Они кинг. Что вы делаете? Шайза кинг. Я пойду на утку. Как открыть? Ты завязала, она у тебя большая? Мама, я не берёшь. Ты меняешь каждый день новую? Да, каждый молодец. Бонюсенький. Бонь, тебя опять купать надо. Она что-то кушала. Вон, смотрите. Прилипла еда. Все, пока. Угу. Давай, пока. Что такое? Так, я пойду на улицу. Да. Буду сейчас собирать песочек. Буду собирать песок из песочницы. Вот. Мам! А. Ну не эти. Этот песочек, игрушки, убирайся. Очень-очень. Не догадал. Пакетик. Будешь пакет выкупать. Я не хочу, как он стал обидно. Очистила все от песочка. Более-менее чисто. Не то, что было раньше. Здесь вот еще остался песок. Холодная вода. Ты чего, правда, что ли? Не надо. Давайте там солнышко. На солнышке. Раз, два, три. Как дождик. Давай.
всегда нажимай. Не, я так намокнешь, на камеру капает. Как мы летом. Как мы летом брызгались, помнишь? Глаз попало. Да. Бедная. Все. Это и это из аниме, не знаю какое. Я просто в школе мальчик делал, а не смог за аниме. Мне понравилось, теперь я тоже сделала. Вот. Но этот не так хорошо, мой второй так себе получился. Лучше я тут порезала себе фластырь всегда. Ай, я даже на новый приклеить. Просто невероятно больно. Это я лучше не буду надевать. Это первое, оно самое лучшее мне получилось. Это второе. Так, у мега ящик и... 6 предметов! Ну, это, наверное, будет это. Это будет гаджет. О, май гад! О, май гад! Байрон, я его хотела смотреть. Новая анимация. Мама, я вытянула! Получить гаджет, но я получила. Правильно, я его хотела. Все ушли, ставили меня дома одну, гуляют на улице. Нет, я не одна. Мы с Бонней, да? Бонь, мы с тобой вдвоем остались, чем надо заниматься? Мне уже было скучно, я себе макияж сделала. Скучно, нам скучно. Нет, у меня, конечно, есть занятия. У меня всегда есть занятия. Что, ребята, сейчас буду делать маску. О май гаш. О май гаш. Здрасте, привет всем. Так, насчет... Сори. Это что такое было? Мальчик. Это что влетело мне прям в лицо? Тебе теперь. Так, насчет хомячка. Сегодня мы не успели поехать за хомячком, потому что у нас проблемка такая небольшая. У нас поломалась джакузи. Вот, папа ездил утром, разбирался, в общем, как это все ремонтируется, что делать. Серьезно, такая проблема. Поэтому за хомяком мы не поехали, поедем завтра. То есть в субботу. Да? Вот, завтра поедем, съездим, возьмем. И... Так кого брать будем, мальчика или девочку? Мальчика. Мальчика? Или девочку? Да, мальчика, лучше мальчика. Мальчика? Нет, давай девочку. Ну, мам, я хочу паука, там будет такой красивый. Не буду я брать паука. Мне вот хватает, у меня тут паучков ползают. О, нет, паучки давай по потолку. Не паука, мне... Ну, мам, почему паук, мама, кстати, 110? Мама, давай птичку. Потому что хорошо. Я сама на улице найду паука. Ты такого паука не найдешь. Это красивее. Специальный паук. Маргарита, что-то сегодня такая грустная. Марго. Что случилось? Расскажи. Мира. Почему ты грустишь? Марго. Типа, ты не смеешься, не прикалываешься, как Марго. Всегда. Песни не Марго. Поешь. Что случилось? Что с твоим настроением? Вот так. Вы все говорите, что Маргарита всегда такая веселая, а нет. Не всегда. Бывают у нее такие дни. Да? Угу. Что случилось? Расскажи нам по секрету, мы никому не скажем. Расскажи подписчикам, кто тебя обидел. Друзья. Друзья обидели? Вот. Это не друзья. Не обращай внимания. Нам Каролина сегодня будет концерт устраивать. Давай. Танцуй. Раз, два, три, четыре. Маргоша, что ты такую куртку не носишь? Сейчас как раз будет тепло. Можно носить ее. Ксюша, ты что не носишь свою зеленую? Я надела джинсы. Ксюша, маску себе сделала. Я хочу это в школе идти. В школу? Да. Нет, тебе большая куртка. Нет. У Ксюши опять пальчик болит. Опять ноготь, наверное, вырастает. Пойдем посмотрю. Или к врачу пойдем завтра? Да. Давай, короче, лучше пойдем. Давай.
Маргош! Марго, у тебя что, кризис, что ли? Что за кризис у тебя? Депресняк? Тоже. Депресняк? Иди спать. Ну, долго у тебя не болело, нормально все было. Все, пошли мы спать. В общем, никто не хочет со мной разговаривать. Почему нет? Потому что не хотите вы, у вас какой-то депресняк непонятный. Вы где? А что у тебя с носом? Ты его намазала, что ли? А, я думала, ничего себе. Думаю, это эффект какой-то, что ли. Так, собака погуляла. Ну все, тогда давайте будем спать сейчас. Я так понимаю, все устали и хотят спать. Так что пойдем спать, да, Бонь? Мамочка, да? У меня всегда одеяло падает на пол ночью. У Бони поздний ужин. Бонь, нельзя кушать на ночь. Ладно, все, ребят, пойдем спать. Все, пока. Завтра за хомяком, рано утром. Рано, все, буду будить 8 часов, за хомяком поедем. Смываем макияж перед сном обязательно. Ты прекратишь краситься или нет? Королин, ну это некрасиво. Макса там тоже кризис. Что с вами сегодня происходит? Я не знаю, сегодня какое-то странное поведение у вас. Нет, у меня это нормально. Макс плачет, Маргарита там грустит, сидит. А я что? А я что? У одной Ксюши все хорошо, да? Она красится. Каролина красится у нас целыми днями. Целыми днями она красится. Косметику спрячу. Все, ушли мы отдыхать. А то сейчас тут точно будет буря, ураган. Всем пока, спокойной ночи.